Добрый день, уважаемые телезрители! В студии кабельного телевидения «Эскатовидное» проходят полуфинальные встречи телеигры «Наш самый-самый». Сегодня встретятся школа номер 5 и школа номер 2. Итак, школа номер 5. Команда «БЭМС». Классный руководитель Чулкова Татьяна Николаевна. Капитан Андрей Андерсен. Школа номер 2. Как называется ваша команда? Труженики. Команда «Труженики». Классный руководитель Кочеткова Наталья Юрьевна. Капитан Штрухунов Вячеслав. Наша игра, наш самый-самый, начинается. Итак, первый тур. Первый тур нашей игры по традиции – тур о нашем городе. По одному человеку от каждой команды я прошу занять свой пульт. Напоминаю условия игры. В этом туре будет 5 видео-вопросов. Вы должны будете ответить на эти вопросы. Нажав кнопку на пульте, вы получаете право отвечать первым. Если вы нажмете первым, то второй уже не нажмет кнопку. Такова игра. Итак, значит, зрители смотрят ответ на большом экране. Вас, ребята, я приглашаю смотреть на мониторе. Итак, внимание, первый вопрос. Какого числа состоится торжественное открытие фонтана перед кинотеатром «Искра»? Во время вопроса было 3 ответа. Тихо, тихо, спокойней. На трибунах не волнуйтесь. Пожалуйста. 9 мая. Ответ правильный. Свет, второй вопрос. Как называется наш стадион? Свет, не торопись. Пожалуйста, Металлург. Ответ. Ну, полный ответ, как? Стадион называется Металлург. Прекрасно, ответ правильный. Попробуйте вспомнить слова и музыкальный мотив песни о видном. Хотя бы слова, мотив понятно. Ну, вы часто ходили по улицам города, особенно в старой части города. Ответа нет. Хотя бы такие слова. Видно, все так же яблони цветут. Песня Лужецкого. Написана к 30-летию города Видное. Итак, пожалуйста, еще следующий вопрос. В каком зале кинотеатра «Искра» демонстрируются фильмы с объемным звучанием? Пожалуйста, свет, не торопись. О малом зале. Ответ правильный. Пожалуйста, свет, последний вопрос. Попробуйте отгадать, как раньше назывался магазин на ПЛК «Все для дома». Пожалуйста. А гастроном? Ответ неправильный. По нашим условиям выигрывает команда «БЭМС». Правильный ответ для дома и спорта. Итак, пожалуйста, первый тур закончен. Я прошу занять свои места.
Итак, счет 1-0 в пользу команды «БЭМС». Я прошу повесить счет нам. Мы переходим ко второму конкурсу. В этом конкурсе принимают участие девочки. Конкурс называется «Хозяюшка». Подходят к столу, к своему, и пришивают пуговку на угол того материала, который лежит. Закончив пришивать пуговку, они должны закрепить ее как положено, чтобы она не оторвалась, и идти на свое место. На смену им приходит другая. И так до тех пор, пока не будут 4 пуговицы пришиты на каждый угол. Внимание! Начали! Тихо!
дело не доделано. Итак, я прошу взять крупным планом. Итак, в этом конкурсе победили представители команды «Труженик». После двух туров у нас счет 1-1. Сейчас свое мастерство будут показывать юные хозяева, юные мастера. Конкурс юных мастеров. По два человека от каждой команды. Я прошу подойти к своим столам. Итак, мальчики, в этих пакетах находится разобранный ящик для инструментов. Есть там чертежи, есть там инструменты. По этим чертежам, с теми инструментами, которые есть, вы должны собрать этот ящик. Убедительно прошу сначала познакомиться с технической документацией, с чертежами, с той последовательностью, с которой это нужно будет делать. Все зависит от вашего внимания. Итак, внимание, начали. А мы с вами их дружно поддерживаем.
Итак. Итак, в этом конкурсе победила команда «Труженик». Она получает очередной балл. Спасибо. Спасибо. Итак, счет 2-1. Конкурс знатоков. От каждой команды по одному человеку к пульту. Пожалуйста. Конкурс знатоков мультфильмов. Пожалуйста. Итак, внимание. Представьтесь, пожалуйста. Команду «Трожники» представляет Ананский Иван. Прекрасно. Команду «Бэмс» представляет Андерсон Андрей. Прекрасно. Поприветствуем их. Итак, дорогие друзья, первый вопрос. Этот цветок непростой. Он волшебный. Где побывала девочка Женя с помощью волшебного цветика-семицветика? На Северном полюсе. Ответ правильный. Второй вопрос. Тетушка, сначала мы с вами споем, а потом попляшем. Хорошо? Вы смотрите фрагмент из мультфильма «Каштанка». А кто написал эту историю? Тихо. Тихо. Время. Эту историю написал Антон Павлович Чехов. Нет ответа. Внимание, третий вопрос. Сколько же их? 24. И все ваши? Все мои. Попробуйте вспомнить, кто воспитал этих птенцов. Курочка, оранжевое горлышко. Ответ правильный. Четвертый вопрос. А вы не были на Таити? Гаити. Не были мы ни в какой Гаити. Продолжите, пожалуйста, мысль кота. Свет. А нас и здесь неплохо кормят. Ответ правильный. Последний. Пятый вопрос. Попробуйте вспомнить, как называется эта сказка. Минуточку, свет. Пожалуйста. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Ответ правильный. В этом конкурсе победила команда «Труженик» со счетом 4-0. Итак, счет после четвертого тура стал 3-1. Для того, чтобы внести разрежение в нашу игру, сейчас предлагается конкурс на самого ловкого. Конкурс «Ленточка» по одному человеку от команды. Внимание, начали! Победила команда «Бэмс». Она получает очко. Итак, счет стал 3-2 в пользу команды «Труженик». Следующий интеллектуальный конкурс. Конкурс на продолжение пословиц. Я прошу по одному человеку к своим пультам. Кто участвует в этом конкурсе? Кто защищает команду «Бэмс»? В микрофон, пожалуйста. Защищает команду «Бэмс» Букин Даниил. Прекрасно, Даниил. Пожалуйста. Команду «Труженики» защищает Колесников Егор. Прекрасно.
Итак, Даниил и Егор встречаются в конкурсе на продолжение пословиц. В гостях хорошо. Так, Свет. А дома лучше. Ответ правильный. Бьется как... Пожалуйста, Свет. Рыба об лед. Ответ правильный. Дай ему палец, а он... Свет. По локоть откусит. Ответ правильный. Четвертый вопрос. Заварил кашу. Свет. Сам расхлебывай. Правильно. Следующий, последний. И швец, и жнец, и... Свет. И русский. Ответ неправильный. И на дуде игрец. Итак, со счетом 4-0 победила команда «Бэмс». Итак, дорогие друзья, к завершающему этапу нашей игры мы пришли со счетом 3-3. Следующий конкурс – конкурс практически всей команды. Пожалуйста, не торопитесь. Главное – попасть. А мы дружно считаем. Я прошу команду подойти сюда. Не торопитесь. Не торопитесь, прицельтесь. Торопитесь. Итак, победила команда «Бэмс» со счетом 3-0. Итак, она получает очередное очко, и счет становится 4-3 в пользу команды «Бэмс».
конкурс на воображение, на ловкость, на умение. Итак, конкурс «Мозаика». По 4 человека от команды. Я прошу подойти одному по одному участнику от каждой команды ко мне. Поскольку у нас труженики проигрывают, они имеют право выбрать первыми пакет, пожалуйста. Так, теперь послушайте меня. В этих пакетах находится мозаика той фотографии, которая там находится. Поэтому ваша задача... Подождите, не торопитесь. Достать фотографию и по этой фотографии из кусочков сложить этот рисунок, эту картинку. Итак, внимание, поехали! Итак, победила команда «БЭМС». Итак, труженик стреляет в синюю мишень, «БЭМС» стреляет в красную мишень. Поскольку у нас труженик проигрывает, он начинает первым. Я вас прошу пока сесть, вашу команду, чтобы не мешать.
Всем остальным говорю. Внимание всем. Внимание всем. Значит, мы с вами будем производить стрельбу, поэтому будьте очень внимательны. Не направляйте ствол пистолета в зрителей, только в мишень и в пол. Больше никуда. Есть. Хорошо. Стой, стой, я тебе подам. Так, ничего. Если она попала, значит, она там будет. Отметка будет. Пожалуйста, вставай напротив. Хорошо. Хорошо. Итак, последний выстрел. Тихо. Хорошо. Итак, я прошу сесть. Я прошу подойти ко мне команду БЭМС. Садись с этой стороны. Пожалуйста. Хорошо. Отходи в сторонку пока. Итак. Хорошо. Итак, в этом конкурсе «Юный стрелок» победила команда БЭМС со счетом 37-31. Это последний конкурс нашей игры. С общим счетом 6-3 команда БЭМС выходит в финал. Итак, дорогие друзья, наша игра закончена. Мы с вами прощаемся. Ждем вас в финале.